Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 5 мая 2024 года. И вот наша красавица Кассиопея только что вернулась после операции по кастрации от нашего врача Виктории Владимировны. Я показываю шовчик Каськи нашей. Через неделю Кася уедет в новый дом. Держу в руках, потому что Каська у нас будет бегать по кровати. А я хотела близко-близко показать ее шовчик. Вот. То есть, по факту, тут ничего даже не видно на собачке. Вот. Собачка у нас, как всегда, бодра, активно весела. Сейчас она приехала после доктора. Вот только-только мы покушали, пописали, покакали и, собственно, спать легли. Да. Переселила ее в комнату к себе поближе, потому что я в течение недели буду за Касей наблюдать. Во-первых, давать антибиотик. Это в порядке вещей, профилактика на всякий случай. Так или иначе, это полостная операция удаления яичников матки при необходимости. И да, я эту операцию называю кастрацией, потому что это удаление яичников. Если бы это было без удаления матки яичников, а просто перерезание, ну, как бы остались бы яичники на месте, это называлось бы кастрация. Это название не зависит от пола кошки или собаки, это зависит от того, что делается в результате, оставляются яичники или нет. У нас цель — убрать яичники, чтобы снизить риск развития онкологии. До первой течки у девочек это риск онкологии молочной железы снижается. Течки у нас еще не было, нам 5 месяцев, по факту 5,5, скоро будет 6. Поэтому, в принципе, мы вот хотим, чтобы Касенька жила долго-долго и счастливо у новой мамочки. И по просьбе владельцев сами сделали эту операцию у нашего ветврача, в силу того, что, ну, мы уже привыкли, скажем, ухаживать умеем. После операционный период она у нас в течение 7 дней проживет, а далее переезжает к мамочке в Санкт-Петербург. На этом я прощаюсь с вами ненадолго. Касеньку еще покажу. Увидимся в новых видео. Всем пока и до новых встреч!